Привет. Смотрим и слушаем. В чем эти люди? Эти люди. Итак, это женщина в желтой куртке и в штанах, в черных штанах. Она в желтой куртке, в черных штанах, красных перчатках и в желтых ботинках. В желтых ботинках и в черной шапке. Этот мужчина в сине-желтом свитере, красных перчатках и в синих штанах, может быть, в джинсах, Еще он в коричневых ботинках и в зеленом шарфе. Шарф. Этот мужчина в зеленой куртке, серых штанах и черных ботинках. Угу. Эта девочка в красном платье. Эта женщина в красной юбке и желтой кофте. Кофте. Этот мужчина в синем костюме. Костюм. Он в костюме. И в черных ботинках. Этот мужчина в спортивном, спортивном костюме. Он в спортивном костюме, в зеленых ботинках и в зеленой шапке. Так. Эта женщина в желтом свитере и голубой юбке. Это голубой, а это синий. Это голубой, это голубой. Где еще голубой? Это голубой, а это синий. Синий. Она в желтом свитере и голубой юбке. И красных, она в красных туфлях. В туфлях. Вот, на этом все. Сегодня уже 6 марта, среда. Сегодня 6 марта, среда.
Сейчас весна. Март и весна. И сейчас... Сколько времени сейчас? Сейчас 11 часов утра. 11 часов утра. Все, спасибо. До скорого.